Я всех приветствую на своем канале, меня зовут Элина. Сегодня я вам хочу показать свой заказ по каталогу Faberlic. Давно я ничего там не заказывала, а тут решила заказать. И, конечно же, взяла еще вот такой каталог. Это у нас идет 18-й каталог. Ну, здесь, конечно, очень много новогодней тематики. Ну, в общем, потом посмотрю. А что я взяла? Ну, я, конечно, такой небольшой заказ взяла, потому что у меня как бы сейчас в последнее время начались проблемы с волосами. Я очень усиленно занялась своими волосами, поэтому я заказала вот такой эликсир для укрепления и роста волос. Эликсир питает, укрепляет и восстанавливает секущиеся волосы, запаивая их кончики. Ну, в общем, тут хороший состав, вот такой эликсир. Правда, его здесь жалко, что немного, но ничего, буду пробовать. И, конечно же, взяла серию Ботаника. У меня такая серия уже была, мне она нравилась. Я взяла вот такой шампунь «Баланс и свежесть», «Корень солодки» и «Чистотел» для склонных жирности волос. Вот такой шампунь Ботаника. Эта серия, девочки, хорошая, неплохая серия. И взяла вот такой же бальзам к этой серии. И, конечно же, не могла пройти мимо и вот такого масла. Это идет у нас касторовое масло и репейник «Сила и энергия» для ослабленных и склонных к выпадению волос. Мне как раз это необходимо. Сейчас я усиленно, хотя сделала я такой интересный состав для своих волос. Потом я вам покажу. Мне очень нравится результат уже. Когда я волосы мою, я уже не вижу такого волосопада, который был у меня раньше. И, конечно же, по акции, когда я смотрю, взяла вот такую пасту. Это паста отбеливающая. Нам она очень нравится. Хорошая паста. И взяла вот такую тоже пасту. Это маленькая побюджетнее паста, тоже отбеливающая, мятная. В принципе, эти две пасты хорошие. И еще взяла себе вот такую кисточку. Эта кисточка идет силиконовая, тоже что-то прям все они такие хвалебные отзывы. Среднюю жесткость у меня, со средней жесткостью, вот такую силиконовую кисточку. И поэтому я просто не могла пройти мимо новинок, которые у них появились. Давно я не выписывала у них крема, и поэтому вот такая красивая. Во-первых, она сама по себе мне понравилась. Посмотрите, какая красивая, яркая серия. Вот такой крем. Это, по-моему, у меня крем дневной, и к нему еще шел крем для глаз и век. Тоже хочу попробовать, такая яркая. Но мне вообще как бы красный цвет очень нравится, и мне он очень идет, и поэтому, конечно, я не могла пройти мимо таких чудесных кремушек. Ну и думаю, что же еще-то мне не хватает? Ну, конечно же, я не могла еще пройти мимо вот такой тональной основы. Там как раз у них была хорошая акция. Это очень стойкая вот эта тональная основа. Я сейчас даже хочу при вас ее открыть и посмотреть, потому что мне интересно было, какой тон тональной основы. Ну, вроде бы не сильно такой темный. Вот такая тональная основа, если она вам видна. Это, по-моему, какой-то там... Какой у нас цвет? Девочки, у них идет по нумерации. Это у меня 63. Это у меня тон 63-78. Ну да, прям сразу же впитался. Никакого жирного блеска не оставил. Вот если вам бы видно. Если вам, конечно, видно. Поэтому попробую. Хотела туши, вот там у них какая-то такая ярко-зеленая тушь. Ну, вы знаете, у меня же ресницы такие привередливые. Ну, не полюбили они от Faberlic туши. Вот сколько бы я ни брала, все, которые хваленые и не хваленые, не любят они туши от Faberlic. Поэтому я посмотрела на эти новиночки и закрыла. Для мужа взяла вот такие лезвия. Очень хорошие лезвия, они ему очень нравятся. Как-то одно время они пропадали, не было. Сейчас опять появились вот такие лезвия. И взяла ему бальзам после бритья вот этой серии. Взяла гель-лубрикант и взяла, девочки, вот такие гели для душа. В последнее время прям мне так очень хочется что-то такое интересное, необычное. Ну да, приятно пахнет. Это у нас Непал гель для душа. Вот такой. А второй
Австралия тоже. Ой, как вкусно пахнет. Прям очень замечательный запах. Это у нас идет Австралия. Вот такие гели. Красивые гели для душа. Я думаю, что они мне очень понравятся. Ну все, вот такой у меня был небольшой заказ по каталогу Фаберлик. Желаю вам прекрасного, доброго вечера.